И волшебного утра, друзья! Nice to meet you, да? Это по-английски рада вас видеть, да? Я рада вас всех видеть этим прекрасным волшебным утром. И давайте зарядим наш день, чтобы он действительно был чудесным, наполненным, осознанным, волшебным. И вся сила внутри нас. И все, как известно, зависит именно от нас самих. Да? И давайте мы сейчас возьмем глубокий-глубокий вдох радости, счастья, всего, что мы хотим себе пожелать, чем мы хотим наполниться. Вдох глубокий, задержали. Вдыхаем все ненужное, все волнения, все тревоги, все ненужное уходит и растворяется. И мы еще раз берем в себя энергию утреннего дня и заряжаемся. Утро, чистый воздух, поют птицы, светит солнышко. А у кого оно не светит, оно светит изнутри. Солнце, как известно, внутри нас, да? Не ждите чуда, чудите сами. Задержали, задержали вдох. А все волнения, тревоги, все растворяется, все уходит. И еще раз взяли, набрали много-много аромата счастья и радости, задержали и пропитали каждую клеточку этой радостью. И у нас уже нет волнений и тревог, и мы делимся на выдохе любовью и благодарностью. Да, мои хорошие. И давайте немножко, если кто-то первый раз, скажем, что же такое смех энергии, что она включает. Она включает у нас дыхательные практики, потому что мы включаем практики от йоги смеха. Да? Она включает звукотерапию, потому что каждый звук, он резонирует с каждым нашим органом и приносит нам целебный эффект. Мы включаем нейрогимнастику. Это для активизации правого и левого полушария и для того, чтобы профилактировать деменцию, какие-то другие болезни, для того, чтобы укреплять нашу память. Мы включаем различные игротехники, потому что мы включаем ребенка, воображение, творчество, энтузиазм, да? Ну и так далее, так далее. То есть это комплекс лечебных воздействий. Это не просто смехозарядка, посмеяться, а мы тренируем свой организм, как в спортзале. Счастье можно прокачать, наши легкие можно прокачать и расширить, нашу кровь можно разогнать и больше наполнить кислородом, а кислород наполнит все наши органы. Мы занимаемся также фейсбилдингом, да? Мы прокачиваем эмоциональный интеллект, что тоже очень важно. И давайте начнем вот так вкратце. И первое, мы помним, что наше дыхание, оно зависит от того, насколько мы правильно его делаем, настолько будет больше эффект. И сейчас опустите, пожалуйста, плечи. Вот давайте подняли и сбросили. Еще раз подняли, расправили, сбросили. Подняли, расправили, сбросили. Все, ручки у нас свободны. И когда мы делаем вдох, наши плечики не поднимаются, грудь, плечи на месте, а надувается у нас, как мячик, низ живота. И делаем через носик вдох, задержали, выдох, у нас животик втягивается. И еще раз вдох, обратите внимание, плечи не поднимаются, выдох, втягивается. И еще раз вдох. Выдох. А сейчас мы сделаем вдох низ живота, а потом наполним еще и грудную клетку. Хорошо? И на выдохе вот так вот томно пропоем. Давайте вдох. Добрали и так у нас получается вдох более глубокий. Но тем не менее начинаем мы с живота. И сейчас протянем, постараемся выдох сделать длинным-длинным, хорошо? Итак, вдох. Грудную клетку добрали и И, конечно же,
Вот это упражнение мы используем при нашем смехе, то есть мы стараемся вдох делать все-таки низ живота. Хорошо? Дальше. Мы взяли и подобно как надеваем очки, да? Только мы одели нашу улыбку, да? Вот так взяли дужки, да, расширили наш ротик и вот так вот одели. Далее, что мы делаем? Мы широко открываем рот. Да! Мы будем смеяться с вами очень громко, широко открытым ртом. И на букву А. Почему? Потому что буква А, она не имеет препятствий. В отличие от буквы И, да, тут уже идет немножечко у нас блок. В отличие от О, тоже не так у нас сильно открыт рот, да? Поэтому начинаем упражнение именно с А, а потом мы, конечно, будем включать и разные звуки. А для чего же нужно широко открывать рот с буквы А громко? Для чего? Для того, чтобы у нас полностью выходил воздух, чтобы мы потом делали глубокий, сжатый вдох, да? И наши легкие раскрывались, как два парашюта, чтобы объем их рос, чтобы мы глубже, больше брали кислорода, да, при обычном смехе человек, ну, может, так смеется, да, эндорфины, гормоны радости поступают на некоторое время, да, но мы говорим о полной прокачке, о смехотренировке, да, поэтому мы хотим, чтобы у нас хорошо кислород поступал во все наши органы, чтобы у нас была постковидная реабилитация для тех, кто болел, да, чтобы у нас иммунная система лучше работала. Поэтому мы используем здесь правила, и у нас это именно как тренировка, не просто попоржать, да, хотя мы, конечно, включаем различные методики. Так, и сейчас мы берем два, давайте, смеха мандарина. Вот я возьму таких два смеха мандарина. Вы можете что перед вами на столе все взять, да? И сейчас мы громко, долго, с широко открытым ртом и на букву А будем смеяться. Кто сколько сможет? Протянули, протянули. Вот когда уже не хватает воздуха, мы выдыхаем беззвучно и потом жадный вдох и опять. Хорошо? Несколько раз. Приготовились. Низ живота вдох. И включайте тоже камеры, друзья, хочу вас слышать. Давайте, давайте, звук включайте. Давайте, еще вдох. А все в руки что-то взяли, какие-то смехопредметы. Пошло откашливание. Давайте немножко подкашляемся. Я тоже, да. И вдох. По окошко можем смотреть. Вдох. Долго-долго-долго выкашливаем, сколько можем. Еще раз вдох. Особенно кто после простуды, все это хорошо, мокрота с лиц выходит. Молодцы, молодцы. Теперь откашлялись и еще раз пьемся. Берем наши любимые смехопредметы. Смеха мандарины у меня, у кого-то смеха прячики, у кого-то смеха яблоки, у кого-то смеха сливы, груши, не важно. И делаем вдох. Yeah.
Смеемся и эти предметы подкидываем по-разному и ловим по одному, по два. Для вас получится новая нейронная связь. Неважно, получается, нет. Главное, вы делаете что-то новое. В одну сторону, в другую сторону. Вот это мы его ловим, отпускаем и ловим. Хорошо, хорошо, да, очень день, очень день, да, молодцы, молодцы, да, похлопали себе, хорошо, хорошо, похлопали, разогрели ладошки, вот, обмыли все энергии, радости, вот такой смех энергии, да, себе хорошо, хорошо, помассировали, да. Вот так вот, все, все, волосики наши густые, да, сильные, блестящие, шелковые, да. Вот так себе, да, сделали такой массажик, сказали, доброе утро, красавица, умница, молодец, скажем, днем, какая же ты хорошенькая, какая ты классная, энергичная, симпатичная, просто обаяшка, да. Уши хорошо раздули, поиграли на гармошке. Так друг друга вот так потянули, как на день рождения, да? И вниз тоже, да, все хорошо, хорошо, порастрали. Вот такой массаж, вот такой энергии, да. Наше тело молодец, наша физика лучезарная, красивая, глазки блестят, да. Растерли ладошки, глазкам приложили, приложили, надавили немножко и поморгали, поморгали, поморгали быстро. Еще раз растерли, глазкам приложили, надавили и поморгали быстро, быстро, быстро. Поставили пальчики и смотрим сюда, сюда. На один пальчик, на другой. Голова не двигается, только глазки максимально. Теперь вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Теперь на пальчик смотрим и вдаль, на какую-то дальнюю-дальнюю точку. Можно в окно найти, далеко-далеко, где-то дерево, например, облако. Пальчик рассмотрели, прям рисунок, и далеко-далеко посмотрели. Рассмотрели, далеко, пальчик приблизили, далеко посмотрели. На пальчик смотрим, далеко. Хорошо, поморгали, поморгали, поморгали. И по кругу глазки. Хорошо, в другую сторону. Хорошо, молодцы. И теперь у нас голова, только голова работает. И пусть это будет смеющаяся голова. Плечи на месте. В другую сторону. Где-то мы продолжаем смеяться. Да, вот так вдыхаем. И добавляем. Корпус добавляем. Вот такая волна в разные стороны.
теперь глупости. Хорошо, все туловище, весь позвоночник, все хорошо, прогибаем. И радуемся, наше тело молодое, наша спинка гибкая, наш позвоночник здоровый, отлично работает. Хорошо. Помните, как мы на стульчике делали? Мы округляли спинку, а потом ее прогибали, да? А вот сейчас просто присядем, как будто на стульчике сидим и делаем раз, два, раз, два, раз, два. У нас попа на месте, она сидит на стульчике, у нас работает только корпус. А теперь делаем раз, два и быстрее. Раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Получается? Если не получается, можете сидя на стульчике то же самое делать. И получается раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. А теперь ручки делаем. Раз, два, раз, два. И вот у нас как раз работает эта часть. Вот так. И немножко подпрыгиваем. Да, можно включать такое движение в чунга-чангу. В любой озорной веселый танец. Прыгаем и смеемся. Получается, одно плечико вверх и ножку согнули, поменяли. И смотрите, плечико у нас правая, ножка левая. Раз, два. Раз, два. Коленка сгибается. Смотрите, у нас плечико левая, ножка, коленка правая. Поехали. И раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Плечиком до ушка достаем. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Хорошо. Локоточек колено. Раз, два. Локоточек правый, коленка левая. Меняем. Два, три, четыре. Раз, два. И смех добавляем. И в стороны теперь. Раз. Это тоже можно все добавлять в танцы. Чунга-чанга, любые озорные, смешные танцы. И теперь немножко пружиним. Восстанавливаем дыхание. Еще раз вдох. Там у кого-то разговоры, пожалуйста, отключите микрофон. Вдох. Хорошо, молодцы. А теперь мы смешиваем наши коктейли, потому что у нас завтрак должен наполниться энергией, да? И в одном у нас коктейле радуга счастья, а в другом здоровье, бодрость духа, души и тела. И смешиваем это все на четыре счета. Размешиваем. И еще раз хорошо. И бочку поднимаем, бочку. И хорошо все размешиваем. И на друг друга. Тебя вот так побивали, молодильный коктейль радости, счастья, здоровья. Колочку не забывайте, вот у кого сутулые спинки, это, ну, как правило, заниженная самооценка, что-то приняли в себя ненужное, поэтому все убираем, убираем,
все сомнения в себе, да, наша уверенность растет. Не по дням, а по часам. И проговаривайте, я лидер. Вот все доброе, хорошее, да, проговаривайте, плечи распрямляйте. И также снимайте все обиды, потому что холка, это вот горбик особенно у кого, это вы уже насобирали и тянете ненужный вот этот мешок камней. Поэтому снимаем эти камни, далеко-далеко забрасываем, избавляемся. Они улетают и растворяются, как облачко. Еще обидка какая-то. И все раскрывается, как облачко. Да, освобождаем себя, освобождаем. Плечи не еще раз снимаем это все. Вот так, выровняли нашу спинку, вот так, как скульпторы, да? Локоточки назад. Вот так, хорошо расправили, да. Что-то еще осталось, давайте откашляем, если еще что-то осталось, да, вот чувствуем, першит горлышки, давайте, уходит все, растворяется. Вот, еще вдох. Молодцы, считалочку нашу, ха-ха-ха. Хо-хо-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, хорошо, хорошо. Да, лучший день, лучший день. Да. И хорошо, хорошо плечики расправили. И вы видите, чувствуете, что они у вас расширяются больше, больше, больше. Лопаточки смыкаются, все, никаких горбиков, никакой сутулости. Соединили. Вот так ладушки. Лопаточками, как будто монетку держим. Голову подняли вверх. И вот такие движения, смеемся. И вправо-влево, да. А теперь голову вниз, спинки просутулили, и руки назад падают свободно, под весом. Вот так, и тоже смеемся. То есть мы сейчас смеемся вот так, согнутые, да. Необычная для организма поза, но смеемся. Животик воздуха. Хорошо. И помним, что мы еще делаем, как я всегда, упражнения для спинки. Вот так наши пальчики друг к другу ползут. Локоточки в стороны. Пальчики ближе-ближе, локоточки еще в стороны. И наши пальчики соединились и сказали «Ура! Привет!» стороны, стороны, тряхнули и поменяли. И опять пальчики поползли, локоточки в стороны. Пальчики поползли, поползли, локоточки в стороны. Поползли, поползли. И встретились. Привет! И если вы это будете делать каждый день, у вас по чуть-чуть будет расстояние вот в миллиметрах уменьшаться. Главное, локоточки больше разворачивайте назад. И когда вы идете по улице, помните, о чем мы говорили? Мы представляем, что мы идем по подиуму, да? И нас объявляют, внимание, на сцену приглашается лидер планетарного размаха, мега-королева, да, мультимиллионер. И кричите свое имя, Иванова Лариса, вы себя кричите, да. И пошли по подиуму. Вот, достойно, все, никакого груза. И мы идем, и мы приветствуем всех, кто нам аплодирует, да. Подбородок параллельно полу. И сейчас всем-всем, кто нам аплодирует, кто нас признал, кто видит наше достоинство, наш род, наше королевство, мы отправляем воздушные поцелуи и смеемся. И... А?
дорогие короли и королевы. Молодцы! Хо-хо, ха-ха-ха! Хо-хо, ха-ха-ха! Хо-хо, ха-ха-ха! Да! Хорошо, хорошо, да! Лучший день, да! Миру мир, миру мир! И обняли земной шар, да! Покачали, восстанавливаем дыхание. Да, погладили земной шар. Направили любовь в каждую-каждую страну. Всем мира, всем любви, всем осознанности, всем благодарности. Направляем тепло в этот земной шарик. Нашу смехоэнергию. Потому что когда в сердцах людей будет счастье, они не будут хотеть разрушать чьи-то жизни. Они будут делиться только тем, что внутри. Вот, покачали наш шарик. Да. И вот такое сердечко нарисовали. Да. Нарисовали пальчиком сердечки. Да. И отправили в каждую страну. И запускаем нашу смехоэнергию. И друг другу. Наша звезда кошка залетает в смех от сердечка, да. Молодцы. Да. Хорошо, да. Хорошо, да. Лучший день. Да. Хорошо, молодцы. Давайте немножечко пальчиковую гимнастику поделаем. И сейчас сложили пальчики. И наши мизинчики поздоровались. Безымянные, средние, указательные, большие. Указательные, средние, безымянные, мизинчики. Еще раз мизинчики. Хорошо, сделали мизинчик. Теперь вот так. Пальчики теперь вот так. И так. И назад. Так. Посерединке вот. Так. И сейчас разучим. Этой рукой мы делаем вот такую серединку, да? А здесь мы наоборот делаем сомкнутые третий и четвертый пальчики. Делаем раз, два. А теперь тут открыли, тут сомкнутые. Раз, два. Ножки-рожки называется. Раз, два. Теперь тут открываем. Два. Вот такое домашнее всем задание. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Получается? И я думаю, что те упражнения уже, которые мы делали, пальчик-зайчик, да, через хлопочек, лисичка-зайчик, да, два зайчика. Ну-ка, давайте вспомним зайчик-лисичка. Вот если где-то сбили, значит, надо тут же это повторять, да? Зайчик-лисичка. У кого не получается, делайте медленно, без хлопка. У кого получается, с хлопком. Две лисички. Когда сбили, что делать? Смеемся. Никулин говорил, это величайшее искусство — уметь смеяться над собой. Да, не обижаться, наоборот, поддерживать, чтобы вокруг все люди радовались. И когда вам кто-то скажет, над тобой все смеются, пусть это для вас будет самый большой комплимент. Да. Хорошо. Берем карандашик и между пальчиками делаем. Вот так, между пальчиками. Только берем карандашик или ручку, но не нож. Положите ладонь на стол. Я просто вам показываю, чтобы было видно. Вот так, хорошо. И другую ручку поменяли. Да. Вот, мы тут одновременно и глазомер развиваем, да, и координацию, чтобы у нас глазомер совпадал, да, с нашими движениями. Вот так, то есть это тоже и гимнастика для зрения одновременно.
координация и мышление, чтобы у нас все вместе было очень взаимодействовано. Хорошо, молодцы. Ну, теперь у нас чуть-чуть времени осталось. Давайте все буквы не будем петь, давайте сразу, ну, по одной. Давайте сразу вот одновременно. А-о-у-э-э-э-э-э. Давайте попробуем. Вдох. На последнюю букву тянем, да? Хорошо. А теперь мы закончим буквой Э. Приготовились, вдох. Вот тут тоже надо, да, соображать? Немножко внимание включать, чтобы какую букву мы... Сейчас мы закончим буквой У. Хорошо? Вдох. На носочки становимся. Сейчас минута смеха на все наши буквы. Все, горлышко у нас разгоряченное, артикуляция у нас все в порядке, все, мы просмеяли наши мышцы. И сейчас смеемся на все буквы, кто как хочет, и высоко-низко импровизируйте. Включаем звук и вдох. И... Ha ha ha!
Лучший день, лучший день, да! И сейчас, друзья, вдох, выдох. И кто-нибудь включите камеры, скажите, как ваше самочувствие, поделитесь. Давайте, хочется получать и обратную связь. Какие ваши успехи? Занимаетесь ли вы дома? Что происходит в вашем организме, в вашем состоянии? Включите микрофон и поделитесь. У нас вот у Юли включен микрофон. Давайте, Юля. Я как после такой какой-то супер тренировки аж пропотела. Да, чувствуем, как в тренажерном зале, да, калории у нас уходят. Молодец. Легче, а вообще эти привычки как-то очень трудно. Хотя я не могу сказать, что я никогда не улыбаюсь. Там, ну вот именно начать смеяться, да еще прикол-то как-то такой. Но становится Значит, легче вроде. вот смотрите, Юля, ваша зона роста, да? Убираем все вот эти блоки, убираем все стеснюшки, это все не нужно, расширяем рамки, все, вылетаем из этой золотой клетки, да, на свободу, все, орлица, парим, смеемся, радуемся жизни. Спасибо, кто еще поделится? Благодарю, Лариса, за занятие. Очень вдохновляет. Но у меня проблема с зубами. Я сегодня не очень смеюсь, но не очень рада. Но меня это очень заряжает. И я бы хотела хоть еще среди дня бы позаниматься. Мне это очень нравится. Леночка, вот честно, ваши зубы никто не видит. Поэтому Нет, открывайте рот, смейтесь вовсю. они болят. Они болят у Да. меня. А вы знаете, что смех, он еще является естественным.